И сегодня, да, вот вы знаете, через год у нас выборы. Я думаю, что я посмотрю еще, если не найдутся достойных людей, которым можно было бы вот судьбу страны нашего народа, да, доверить. У меня есть люди, которые готовы, говорят, там, вот, мы рядом встанем, там говорить, давайте, мы все-таки, нам нужен тот человек, там, вот такого вашего плана, вашего характера, который свой народ любит, свою страну. Ну, для себя я еще решение не принял, вернее, но, наверное, я как-то ранее рассказывал, когда я вот у дороги, на перепутье двух дорог, когда стоял, или да, или нет. Наверное, я все-таки опять в этом, как говорится, роли сейчас стою. Вот как я сам увижу это, да, вот, наверное, так я и поступлю. Это, знаете, сегодня как получается, есть такое понятие кризисный менеджер. Нам сегодня нужен кризисный менеджер. Тот, который вот это беспредел и хаос остановит, зацементирует и даст возможность новым людям дальше понести страну. Наверное, может быть, вот в этой роли, наверное, я и подошел бы сегодня. Вот то состояние сегодня страны, в котором мы сегодня находимся, это, я считаю, что это критическое. Я считаю, что править хуже, или нигде не править, я, наверное, неправильно говорю, вот руководить хуже, чем нынешний руководство страны, наверное, невозможно. Вот хуже править невозможно. То есть это все в сравнении. Теперь я понимаю, насколько я был бы, или наша команда была бы успешнее, чем нынешнее руководство. Каждому вопросу, каждым вещам надо подходить с точки зрения государства, а не с точки зрения личного.